подача на синюю. Еременко. Опять же, попытка броска, не доходит шайбы до ворот. Бенсон. Теденбю. Это передача. Вот здесь бросок, и все-таки забивает Динамо за 41 секунду до конца третьего периода. Владислав Еременко. 2-1. Вот этим замахом Теденбю все-таки отвлекает внимание на себя. И выдавая передачу Еременко, дает тому возможность бросать по воротам без помехи со стороны пулевых игроков автомобилиста. Шикин до шайбы дотянулся, между прочим.